Что приготовлено для вас на ближайшее время? Возможно, это неожиданные радости. И неожиданные радости в первую очередь в работе, карьере и бизнесе. Будет вас радовать ваша работа, ваша карьера и ваш бизнес. Будет радовать большой прибылью, если это свое дело или бизнес, а также рост по карьерной лестнице вас очень сильно будет радовать, настолько радовать, что прям захочется прыгать от счастья. По работе, возможно, премия за ваши вложения, за ваш труд. Но также еще смотрите, вот этот необычный, внезапный рост вызовет у вас какие-то волнения и переживания из-за денег, хотя денежный поток однозначно увеличится в ближайшее время. А в ближайшее время здесь, девочки, буквально 3-4 месяца. То есть вот 3-4 месяца будет увеличиваться ваш финансовый доход. Но это еще не все. А может быть, не финансовый доход вызовет у вас волнение, а мужчина такой сильный, страстный, светленький, у которого рыжие или белокурые волосы, светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный, очень активно будет за вами ухаживать. Да. И вполне возможны новые отношения, но это если вы свободны. А если вы не свободны, вам придется выбирать, в общем-то, между двух мужчин, между тем мужчиной, который у вас уже есть, да, вот оно тоже ярко выходит, и между тем мужчиной, который будет очень ярко, очень активно вас добиваться. Подробнее, какие перспективы с этим мужчиной и с тем, который появится, я могу рассказать вам на консультации. Да, девочки, а те, кто свободны, у вас какой-то бывший появится, то есть и вот этот светленький, и бывший мужчина.